Россия поддерживает позицию Всемирной организации здравоохранения по усилению борьбы с опасными заболеваниями и эпидемиями. Об этом заявил Дмитрий Медведев на встрече с главой ВОЗ Тедросом Адханомом. Речь шла о проходящей в Москве первой глобальной конференции по туберкулезу. Как отметил гендиректор ВОЗ, медикам в России удалось значительно снизить число заразившихся, что должно стать примером для коллег из других стран.